Татьяна и Максим встречают полицейского как дорогого гостя. Теперь Газиз Сайфуллин для них все равно, что родственник. Он подарил им вторую жизнь. Ночью в доме семейной пары произошел пожар. Говорят, накануне долго работали в огороде, устали и, покурив в постели, крепко уснули. Стук сперва в дверь, потом окно разбилось, все залезли в окно. Меня участковый окатил водой. Холодно, чтобы я проснулся. Но я выскочил. Жену Максима Газиз вынес на руках. Супругам просто повезло. Участковый случайно проезжал мимо их дома и заметил дым, валящий из окон. Здесь то есть матрас лежал. Он уже горел полностью здесь. И огонь переключился вот уже на косяки двери. Туда зашел дым. То есть в самом доме был уже сильный дым. Вне зависимости от того, как сам полицейский относится к произошедшему, и спасенные, и сотрудники МЧС считают его настоящим героем. Сельский участковый, между тем, наказывает погорельцам бросить курить, по крайней мере, в постели, и отправляется на привычную работу. Вдруг по дороге кому-то вновь понадобится его помощь. Наталья Токмагашева, новости моего города.